Ты его вниз позови, этого ГМа. Покажу ему ГМ. Но я сомневаюсь, что он что-то будет делать. Потому что по времени он не успеет. Я у тебя прошу демку, чтобы узнать, сколько там оставалось на твоем ДБМе. Потому что я тебе говорю, у трех людей показывал то, что оставалось 90 секунд, 1,5 минуты. Спроси ГМ, а в ДИС может он зайти? Тогда все будет проще намного. Сейчас он вышел из игры, классно. Так, ребят, бежим. Сейчас даем масс-баф. Делаем почти то же самое. Только с поправкой на то, что треть комнаты разряд бьет. Колонна стреляет в босса двойными молниями. Потом босс поворачивается. СС, да, и... СС, там, СС. Короче, вы, блядь, отбегайте просто подальше. Может, на танк СС? Может лечь? Если много стаков будет. Ну, возможно, да, ему пускай будет. Так, масс балл даем. Сейчас даю рыбу. Кто у нас? Паладин? Какой паладин? Так, бону хил. А другой танк. Так. Вроде все на месте. Так, давайте делаю проверку на готовность. Делаем то же самое, почти только отбираем от колонны, которая заряжает. Грубо говоря, просто идите там, за спину, подальше от бок. Те же самые лица будут идти в туннель. Поехали. Так все нормально. Так, сова, беги уже открывать эту дверь. К рычагу. Отлично. Пятеро остаются здесь, пятеро назначенных бегут в туннель. Слева. Здесь же остаемся. Так, что это нас умирают?
Ребята. А, ясно. У нас умер один. Падаем. Нас умирают. Давайте вот догадаемся, почему. Неудачники, заморыши! Но насчет больше не знаю, в прошлый раз мы их быстрее убивали. Просто быстрее пробудить или заливать. Давайте его сейчас убьем. Не будем свапать. Рыба стоит. Кушаем. Выпейте пласки, у кого кончились. Так, Лок, поставь огурцы, пожалуйста. Возьмите, у кого нету. Так, делаю проверку. Так, поехали. Прокиливаем. Так, отлично. Сейчас быстро, кто на арене, здесь быстро заливаем, чтобы они не накапливались. Но вы, что это? Где я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Здесь остаемся. Вправо ушли. Влево. Право. Здесь остаемся. Влево. Так, у нас есть 1,5 минуты до активации ХМ.
Я надеюсь, у вас в туннеле все нормально. Да не, это будем обманывать. 10 секунд осталось. Видно было. Так, пробудитель, ребят, пробудитель. Заливаем, заливаем. Все, отлично. Так, 35 секунд. Бесстыжие выскочки! Вы решили брать... Так, доливаем вот. Мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Так. Разбежались. Дали Геру. Максимальный дамаг. Дождь пошел. Так, хилы прохиливаем. Подгеры должны прохиливать нормально. Так, отошли стоит. Знаешь, что значит драка? Рогу шот. Так, я дал гимн, прохилил. Вставай. Рыбашки рогу. Ребята, не сватаем, не стоим там, где идет заряжение молнии. Где дождь, не стоим в дожде. Пал, в дожде не стой. Команд, поставь здесь сейчас тотем от природы. Цепная молния. Если чего, у вас у всех есть камни. Так, сова, дай БР, пожалуйста, по мне, по ШП, по престу. Давай бону бабл капли на меня. Сова, дай иннер по хпалу, бану. Быстрее. Камни там съедайте, мало осталось, убиваем. Массакру там не съесть, давай. Да, все, давай, все, давай. Все в дом. Вот если сейчас с ним такая же приколюк случится, я не знаю, что это такое. Нет, добиваем. Да. Я про сундук говорю. Понял. В принципе, 100, все отлично. Изи. Че, я опять никому достижение дал? Всех закрыто? У меня закрыто. А вот тут хранитель, убейте на 10 просто. Убейте только в присутствии сив. Не знаю. Фиг знает. Ну вообще за ХМ дают ачивку тогда, когда запускаешь босса, когда сив остается на арене. Ну она осталась. Это, значит, она осталась. Здесь запись есть, да? Отходи, так, ребята, ребят, смотрите, сейчас сделаем разрыв шмота. Перекур будет 5 минут, и тот, у кого была демка с видеозаписей, там посмотри, сколько там осталось. И у там тебя, у уже... кого-то есть демка 100%, да? Сейчас я стрим включу, посмотришь сам. Так, ребята, токен, который сейчас выпал на плечи, я его себе забираю анролом.
все. Не, просто, ребят, такая вещь, что я месяц их не выбивал себе вообще так. Кожаный, нет, пояс кольчужный. Но он никому не нужен, поэтому сразу на распыл. Так, Загогулина. 62. Раз, два, три. Загогулина забирает. Так, кинжал, скорость, сила, атака, крит. Ну, это прям на рогу, я так думаю. О, вестибюль кидай после рола. Бур, кидай. А, ну ты один. Да, ты один. Блур. ГЦ, поздравляю с хорошим. Так, ребят, у нас перекур 5 минут. В 22 минуты по времени Варкрафта, то есть 21-22, будет ну проверка. Вот, видишь, быстро убийство, 2,5 минуты. У него осталось сколько? 30%. Ну, я и тоже так говорил, типа, ну, вот, это не да, может быть. Симис, бегай туда, может, сундук появился, я не знаю. Может, он пропал. Может, надо зайти и выйти, не знаю, с инста. Я не знаю. Так, я пока в Долоран. Сейчас мы просто засечем, сколько мы его убили, и все. Ну, или так даже. 3 минуты, но это нормально так. Достаточно времени. Только надо дождаться, чтобы они опять ответили, эти падлы. Ну, допустим, 44-45 начали. Сейчас перемотаем 47. Так. 47. Сколько это уже? 47-39. 47-43. 47-43. Сейчас сколько? Так. Ну, короче, мы не успели, 3 минуты как раз. В смысле, там прям секунда? Ну, наверное. Ну, в любом случае, ДБМ показывал, так что можно... ДБМ за лупу показывал. Вот смотри, бой идет, и сколько уже ХП у босса нету. И на ДБМе сейчас что ты видишь? Нихуя не видишь. Ни быстрого убийства, нихуя. И когда оно появится? И какой там таймер будет? Вот смотри. 2,5 минуты будет, отвечаю. Я вот сейчас не вижу его. Тоже не наблюдаю. Ну вот, это что значит? Это значит, что наебали нас. Вот видишь, быстрое убийство, 3 минуты. Вот видишь, он был здесь. А появился он тогда, когда уже общий лут не было. Пока. Что? Общий лут пока поставь. Держите фри лут. Ну, короче, мы, видимо, не убили из-за того, что там 2 челика вайпнулось. Само собой. И при том, что нам не хватило секунд 10. Да, чувак. Видно. Просто не надо падать на этом боссе, вот и все. Там был недохил, и кто-то то ли глыбу словил, то ли что. Так что ГМ нихуя нам не отдаст. Обидно было. Ну, просто играть надо четко. Стараться. Значит, потратили неровно йогу просто так. Хэм. Нахуй, блядь, пиздуки нахуй, мимирунов. Ну, блин, даже травить они. Чека должны хотя бы их затащить. Хм. Ага.
Ну, те, кто парень ходили, получается минус кровь. Надеюсь, меня все поддержат. Да, зачем? И кто не подскажет, как называется сокет на меткость? Он желтый такой, у меня есть такой, по идее. Прочный царский энтер. Он желтый, да? Ну да, на меткость. Да, сейчас я просто чарюсь, я не заметил. Ну, как-то охоту побыстрее это все делать. Ну, тоже верно. Что, давайте пока трэш почистим. Кто здесь есть, там. Так. Да, где ничего страшного. Дам готовность, кто здесь на присутствие. Вот кто сейчас там в инсте, начните пока трэш потихоньку чистить. Хотя что там? А, да, у Фрейя. Сейчас я куплю камни и к вам приду в инст. Чё, встали, погнали? Вот это было зря. Thank you.
Орел, Лут, сделай так же ответственного, потому что сейчас могут боешки забрать. Чтоб было все честно по ролу. Да, я сделал. Ну я не думаю, что, блядь, кто возьмет да за. Не, ну там типа кинжалы. Все нормальные люди, блядь, ребят. Что страшного? Вроде может попасть. Большой цветок отведи. Так, я понял, там падают. В следующий раз сразу корни кидай, чтобы вот этой залупы не было. Беготни вот это. Кидаешь корни и съебываешь. И в маленьких цветках не надо стоять, их тоже надо отвести. А то вы пока додумаетесь, 5 человек упадет. Так, Лок, поставь шкаф, присумонте приста и кого там еще. Кого там еще сумонить надо, плюсики поставьте, если вы не в инсте. Как вы в шитрате оказались? Ты тут, да? Чё вы стоите? Чё? Можно сумон? Чё вы стоите? Сумон? А чё, остальные-то чё не сумонят? Дрочат? Всего лишь шкаф стоит. Они думают, не надо сумонить никуда. Кого ещё сумонить? Так, всё, больше никого не надо. Так, давайте фулл баф сейчас дадим. Так. Поехали. Сначала по правой будем убивать ее в хреме.
На плюс 3. Так, вот ответственный, так. Так, дерево баним. И это все заливаем. Так, танки вперед. Лок может уже разбанить дерево. Две секунды осталось. Отлично. Аккуратненько не агрим ее, не задевай. Корни кидай, кто там сова. Так, большой цветочек в бан. И сюда мелкие приводишь. Дальне. Иди агри, короче. Сейчас звездочку баним. И трэш, вот, который рядом с ним, приводим. Танк вперед. Или что он там входит? Да, давай вперед. Так, и сюда приводи. Заливаем, заливаем. Маленькие цветочки еще живые. Слетели метки, как обычно. Так, звездочку баним и по той системе. Кидай корни и беги сюда. Так, вперед. Зачем ты это... сделаешь все поздно? Что это за фокусы такие?
давайте вперед, дерево вот это баним. Инфу сразу убиваем. Вставай. Эскизы выпали. Так, идем обратно, что ли. Вроде все почистили, ничего нету. Так, Энкет, а ты будешь держать Фрейю в танке? Ну, сейчас опять ночь. Опять же, зачем вам второй танк тут? Я один потанчу. Да здесь все в одного. А удержит ли танк одним? Все. Конечно. Пробы же есть. Ну ладно, тогда попробуем. Так, объясняю тем, кто не знает, что такое плюс 3. Плюс 3 это значит, что добавляются новые способности. То есть косты, это оплетение. Что там последнее? Так, да, сейчас рыбу. Да. Зеленое дерево стопать каст, желтое дерево корни кидает, и фиолетовое дерево кидает лучи. Два луча будет. Светлых, так. Таких желтых. Так, у меня мусор. Сейчас приберу здесь. Где рыба? Так, вот рыба стоит спереди совы. Так, смотрите, когда будет три цветка рога, ты будешь всегда на водяном сбивать косты, а ДКшник всегда на грозовом. Не путайте. Так, паладины, на ком будет оплетение? Я буду говорить, чтобы им дали длань свободы. Freedom. Ну, freedom, длань свободы. Все, так, и ее держать лучше у берега, потому что нам будет лучше видно дерево. В дерево мы сразу свечимся и уничтожаем. Так, еще все. Раз, я подъебал немножко вспышку. Что там по ДК? По ДК ты на грозовом, когда будут цветочки, она спавнит три цветка. Там этот хватоплёст, водяной и грозовой. Ты держишь грозового, чтобы сбить косты. Все, понял. Все, проверка на готовность. Так, все готовы? По готовности пуляй. Сейчас ее бить вообще бесполезно, можно не вливаться. Так,
этих цветков надо убить одновременно. В лучах не стоим. Прохиливаем. Так, дар сзади цветков залить. Быстро заливаем. Так, по хватоплету все сыграли точечно. Точечно, по хватоплету. Прохил рейда. Держим рейд. Так, в лучах не стоим. Так, не бейте остальных грозового водяного. Так, теперь ауешками. Доливаем. Быстрей, быстрей, быстрей. Все, отлично. Так, дерево. Дерево. Так, под грибы встали. Стоп каст. Так, в лучах никто не стоит. Отлично. Дар жизни залили. Отлично. Стоп каст. Так, все в мили-зону сейчас забежали, все в мили-зону. Там сейчас их соберет, рога на пол. Сейчас ауешки дали, прохил рейда. Разбежались из мили-зоны, разбежались. Аккуратно добиваем точечно. Стоп-каст. Аккуратно добиваем. Даю гимн на хп. Дар растет, дар, дар. Так, ребята, вы куда уешками заливаете? Точечно. Вы не бегаете, они вас лишат, но хуйней занимаетесь. Так, маг просил. Так, БР, у кого остался анкета, БР. Топкаст. Дерево на другой стороне. Дерево, ребята. Очень быстро. Отлично. По хватоплету сыграли. Бах, дали точечно бах ДКшнику. Причем на книжку тоже. Ребята, хильте рейд. Так, ауешками теперь заливаем. У них одинаково ровное. Да. Забота, да. Дар залили. Отлично. В мили-зону подбежали. Там есть еще резнулись мобы, добили их. Так, ребята, разбежались из мили-зоны. Прохил рейда. А, не резнулись. Потому что вы их не добили. Да, там 1000 у кого-то оставалось, блять, я не добил их. Когда вот эти мелкие, вы залупой не занимаетесь, вы не бегаете, вы дамажите. Они каждые 3 секунды меняют цель свою. Вот эти напулы, вот эта вся хуета, это бесполезно. И когда они умирают, надо просто от них отойти.
Если вас один цветок бьет, то это не значит, что надо бегать, как дурачок, нахуй. Надо бить мобов. Если долго их бить, следующая волна выходит. И вот такая хуйня получается, как сейчас. Они бьют по 1000, а взрываются по 4-5 тысяч от огня урона. Радиус взрыва 15 метров. Если от них будет дальше 15 отойти, там ни сакра, нихуя не надо. Один цветочек человека не шотнет. Полежим. Лежите, я хуй знаю, что вы лежите. Ребят, давайте прибегать. Даем масбаф. Так, Бону, ты где там застрял? Так, огурцы дают. Берем. Что-то по ДПСу странная хуйня какая-то. Я второй по ДПСу, а я танк. Что-то, ну, залупа полная. Где я не обнулил. Нет, сврей. Это... Как-то исправляйте эту хуйню. Начинайте бить, я хуй знаю. Что-то делать. Дамажить как-то посильнее, хуй знает. Доты кидать на трех мобов сразу. Хуярить прям пиздец, чтоб шуба завертывалась. А не вот так вот, блять. Танк второй по ДПСу, блять. Так, не вижу креста. Так, проверка, наверное. Так, танк по готовности. Топкаст. Так, дар, ребята, дар. Все слили. Так, по воде стопните. По грозе сыграли. Сейчас АУЕ добиваем. Стоп-каст. Так, дар растет сзади. Все, залили. Ридом полог. Так, отбежали сейчас из мини-зоны. Добиваем точечно. Стоп-каст. И вы прохиливайте. Дар, где он? Бону, ты сдавал сейчас на взрыве свою сакру? Так, под грибы встали. Бону второй, кажется.
подкаст. Прокидываем, прокидываем. Дар, ребята, около Фрея. Отлично. Так, Family Bounding. Корняв. Так, под грибы встали. Подкаст. Рахил, там дерево растет, залили дерево. Больше дамага. Давай на место ее сюда, к берегу. Так, там дерево растет. Так, в мили-зону забежали. Кто там сдох? Многоголен. Сими, ты как сдох? Меня все ударили. Больно вообще. Так, разбежали. Так, нет, все нормально. Так, разбежались теперь из мили-зоны. Добиваем точечно. Так, Family Band, дерево, это, у тебя БР есть? Там дерево растет, сейчас отхилит все. Исходит, а? Ну нет трахила, я не понимаю. Скажитесь, это залупа какая-то. Падаем. Да не надо ничего давать, ребят, падаем. Ребят, вот когда вот эти вот много цветочков спамитесь, вы не летите на них с дамагом. Потому что танк не может собрать сразу все. И поэтому на вас агро. Он никак вас не соберет, у него есть свое, свой предел, скажем так, по агро. Он не может сразу всех забрать. Дайте ему набрать. Он соберет в кучу, вам, потом ребят, дадим. Всем спасибо за пати. Я вов сейчас. Давайте удачу. Давай, удачи. Так, а кто у нас вышел? Она паладин, наверное. По идее. Или кто это у нас? А, Халок. А, понял. Так, ну давайте попробуем. Может найдем сейчас.